Вечеринка у бассейна в одном из техасских отелей закончилась настоящим побоищем. Видеодраки стремительно набирают популярность в интернете. Делили горячие парни, непонятно, ведь был такой прекрасный день, и солнце сияло, и вода в бассейне так и манила. Но дурчуны напрочь забыли обо всех прелестях отдыха. Там в ход даже приемы из профессионального рестлинга пошли. Без подбитых глаз и травм куда серьезнее уж точно не обошлось.